«Танцуй от души» по таким девизам прошел традиционный районный хореографический фестиваль среди ветеранов. В этом году в нем приняло участие рекордное количество коллективов, причем не только из Орехово-Зуевского района, но и из городского округа Орехово-Зуево, Егорьевска и Воскресенска. Открыла фестиваль танцевальная пара из Воскресенска. Они исполнили вальс. Каждый коллектив подготовил для зрителей по два концертных номера. Участникам была предоставлена свобода в выборе танца и темы для него. Почти при каждом отделении открыт танцевальный коллектив. Мы даже никогда не ожидали, что наши люди, наши ветераны, наши пожилые люди так любят танцевать, и у них получается, потому что хочу сказать, что танцы – это, конечно, большой труд. Добавляет оптимизма, радости и вообще здоровья, наверное, нашим пожилым людям. От имени главы района Бориса Егорова поприветствовал участников его заместитель Игорь Пылев. Именно вы формируете сегодня молодежь, помогаете нам, администрации района, формирование совести, чести, чтобы новое поколение именно от души, когда дойдут до вашего возраста, тоже танцевали и плясали. Поэтому сегодня давайте отдохнем и покажем, на что мы способны. Танцуйте от души, с праздником вас! Как в любом концерте, самое интересное всегда происходит за кулисами. Здесь участники на ходу доделывают свои костюмы и быстро прогоняют номер. Коллектив Совета ветеранов города Куровской решил поразить зрителей необычным номером – индийским танцем. Костюмы делали сами, по фото из интернета. Сами, где залежи из сундуков вытаскивали, шили. Мы сами придумали, шьем сами костюмы. Конечно, нам всем за 75, но мы это не чувствуем. Нам всего по 35. Остальное мы все проспали. Дай бог здоровья Аллы Леонидовны, которая делает такие праздники. И мы не ходим даже в больницу. Мы забыли про болезни, мы поем и танцуем. По танцевальным номерам можно было изучать историю и традиции народов мира. Причем готовились участники основательно, читали историю танца, чтобы лучше выразить эмоции. В нашем районе традиционно очень большое внимание уделяется развитию творческой активности людей старшего возраста. Конкурс даст новый импульс развития, и все лето мы увидим наши творческие коллективы, наших ветеранов в парках, в садах. Фестиваль «Танцуй от души» – это главная презентация номеров. Пенсионеры не только танцуют, но и поют, а также читают стихи. Поэтому уже скоро у ветеранов начнутся гастроли. Они будут выступать в социальных центрах и на импровизированных танцплощадках.